Число погибших во время бунта в тюрьме в Венесуэле превысило 60 человек, раненых вдвое больше. Это последние данные. Но и как заявила министр по делам тюрьмы Мерис Варела, учреждение закроют. По ее словам, женский корпус тюрьмы Урибана в городе Баркисимето уже эвакуирован. Но у здания собрались родственники заключенных. Они требуют рассказать им о судьбе близких. Напомню, бунт начался в минувшую пятницу, когда в тюрьму приехала инспекция для поиска оружия в камерах. Как сообщают СМИ, из здания доносились звуки выстрелов, взрывы гранат. Среди убитых и заключенные сотрудники тюрьмы. Всего внутри находилось более